Что произошло? Всем привет! Сегодня со своим братом Пашей. И с Пашей мой старший брат, и мы будем сегодня... С Пашей. Спутник. Мой старший брат. И мы будем снимать сегодня, как он красит меня. Мы снимали такое видео пару лет назад в Хорватии, но камера стояла... Мы, точнее, сидели против солнца, поэтому что бы там ни делал, это не было видно. Где тогда был? В ударе? На каче. Почему все в моих видео говорят тихо? Все абсолютно. Так, Паш, мы сидим со всей моей коллекцией рядом. Что, можно поставить кофе? Окей, окей, но тебе та полка тоже понадобится, если что. Ладно, мне все нужно использовать. Я могу держать твой кофе, если хочешь. А они же не видят, что здесь тут надо показать. О, боже мой, ты гений. Кейси Найстед. Вот кофе. Кофе. Это все нужно использовать? Да, вот это. Как? Подожди, как? Вот это все. Подожди, нужно этот, нужно, чтобы фокус был. Молодец, слушай. Все вот это. Шит. Фьюча. Знаешь, как мама назвала мою губу? Набалдашник. Люблю маму. Люблю маму. Ну вот это вот у нас написано. Санс. Мероприятие будет после захода солнца? Да, вполне реально. Что-то нам подходит. У тебя есть кисточки, вон, видишь, вот там кисточки для... А, это руками? Так. Вот здесь кисточки, там кисточки. Я уже взял эту. Я серьезно надеялась, что ты серьезно отнесешься к этому. Маш, да откуда ж я знаю, как это должно выглядеть? Смотри, получается. Что-то получается. Так, какой цвет я использую? Нет, это был другой. Слушай, у тебя будет одна хрень такого цвета, а вторая нет. А, это называется шикарно. Это пудра? Да, Паш. Как скажешь. Soft and gentle mineralized skinfish. Что-то с рыбой, да? Да. Это должно сниматься? Это должно так сниматься? Боже мой, только не вы... О, боже мой, мне страшно стало. Вот так, Паш. Ладно. Покажи на камеру. Паш! Да. А почему мы увеличились? Я насвечу, чтобы эту красоту было лучше видно. Ты одной кисточкой, да, будешь работать? Нам тут в Инстаграме уже 200 вопросов задали. У тебя щека смешно дергает. Так, усы будем скрывать сегодня? Я не понимаю, ничего ж не происходит. Да? Я не... А у меня что, ты слышал, как у меня челюсть? Какую я представляю Пашину жену? Мёртв. Не знаю, чтобы она все за него делала, потому что она абсолютно не в состоянии что-либо делать самостоятельно. Зачем ты так, Маша? Я же здесь сижу. Я же тебя хорошо слышу, Маша. Ты скоро закончишь её, Маша. Это не очень уже приятно. Так, эта кисточка больше не работает. Ну вот, смотри, как блестишь, как будто целый день тренировалась. Как будто бы ты использовал не пудру, а хайлайтер, да? Хайлайтер. Что такое хайлайтер? I'm in love with a coco. Да. Я впервые услышала эту песню в исполнении Эда Ширана, и я думала, что Коко — это девушка. Вот. В смысле, это не девушка? И сегодня я Паше рассказала, что это не девушка. И я, мне кажется, испортила его жизнь. Как будто бы я рассказала ему, что Санта-Клаус не существует. Highlighting powder, это может быть. Move me, move me. Move me. Move keep. Я не говорю по-английски. В смысле, это же для бритья помазок. Будем считать, что мы побрились. Total taming and shaving kit for brows. Плохо. Шейвинки. Как написано? Не написано там. Написано, а, Паша тебя... Паш, тебя узнают на улице? Ну, друзья, да. Через раз. Слушай, Маша, ты немного моложе, но ты вроде должна знать, кто такой Брежнев, да? Рок-группа. Не слушай, отставить тебя, давай. Я не слушаю. Я не слушаю хип-хоп. Блин, вот есть невероятный соблазн нарисовать тебе монобровь. О, солнышко к нам пришло на помощь. Такое, остановите его! Да, выжать руки. Давай, дать мне. Дать мне. Воу! Эй! Что дать мне? Кендрик. Не-не-не-не-не-не-не-не, Кендрик. В смысле, мама знает, что у тебя здесь МДМ лежит? Ультра файн броу дефинсив пенсиль. Крайн сол килл дефинишн ультра пенсиль. Дефенсив пенсиль.
Слушай, Ксения что-то ничего не делает. Она не работает. Чё? Ну, кисточка. Расческа. Не привет. Блюз. Ты любишь блюз? Обожаю. Не так сильно, как Гринс. Носишь ли одежду брата? Паш, а чья это толстовка? Брови классные мы тебе сделали, да? Ну, тебе не нравится, когда у меня губы накрашены? Или накачаны? Вот представь, что я иду на свидание с одним из твоих друзей. С кем? Сыпочка? Что она вся на тебя? Что это? Ну, присыпочка. Немного магии. Блёстки не хочешь? У меня есть клейля. У меня там вот это клейля блёстка. Если что. С кем из твоих друзей ты видишь меня? Ну давай, не называй имен, с кем. Слушай, ну если не называть имен, то Антон, Коля, Макс, Кристина. Закрой глаза. Моя мечта отбывает. Ну ты видишь, как их мало. Паша, там есть зум. Паша, там есть... Так я изумирую. Ты думаешь, достаточно блесток? Маша, блесток никогда не бывает достаточно. Я то же самое говорю. Маша, я пошутил. Зато теперь усы такие. Так, а чё у меня за волосы пика? Ой, я обожаю этот цвет. Ой. Это Neo Orange от MAC. Проблемы. Трабл. Трабл, трабл, ту-ту, трабл, ту-ту-ту-ту-ту-ту, трабл. Надеюсь, у нас помывается с одеждой, Маша. Ты как моя массажистка. У тебя есть массажистка? Давно ты мне хотела об этом сказать? Слушай, смотри, как четко получается. Мне очень нравится. Как Паша? Паша относится к твоему творчеству? Как ты к моему? Так себе. Заткнись. Вот ты к моему. Маша! Маша! Какому творчеству? Когда ты начнешь заниматься творчеством, я как-нибудь, может быть, и начну к нему относиться. Маша! Молча. Волейбольный спорт, которым ты занимался. Мой любимый спорт, наверное, фехтование. Фехтование был свой шарм, своя романтика. Да ты у нас романтик? Не, мне нравилось людей колоть. Можно было на самом деле задать тему Харли Квинн. Ты все еще можешь все исправить. Мы всего-то 20 минут снимали. Ну что, давай Харли Квинн? Паша решил изменить тему, он решил, что хочет из меня Харли Квинн сделать. Это, видимо, была база, это начальный этап. Харли. Это очень смешно, что он делает муку жабелей, просто снимая с ним макияж. Мне очень нравятся две эти пирамидки. Мне очень нравится на зубах. Больно. Очень больно. Почему? Ты очень сильно давишь на меня. Не дави, пожалуйста. Если у тебя появится непреодолимое желание воевать за независимость Шотландии, то, скорее всего, ты потому что ты похожа на Мел Гибсона. Меня возьмут? Да. В Мел Гибсона? Да. Я боюсь, он уже есть один. Вы взяли на его роль одного человека. Я придумал, у нас будет тема Black Swan. У меня есть еще красный, нет? Как ты быстро меняешь тему, Паша? Окей, тогда вопрос, почему Black Swan и синие тени? Blue Swan. Elizabeth Swan. Давай, твой любимый персонаж пиратов Карибского моря. Пиряти в Карибском мире. Мой любимый, Джек Воробей, как у всех. Ты видел две фотографии? Сначала фотография просто Джек Воробей. Джек Спэрроу. Ага. Вторая фотография просто Спэрроу. Просто воробья. Типа, without Jack. А, я понял. Точно понял? Да, я понял. Ну вот. Это смешно. Я похожа на верхнюю часть Дарта Вейдера. Что делаю тебе вообще-то воинственный? Минуточку, ты мне делал черного лебедя. А, точно. Ну, держу дыхание. How not to contour. Контур. Так, мы делаем из тебя железного человека, да? Было темнее. Щекотно! Щекотно! Маша, тихо! Ты видела это видео, где девочка плачет? Нет. I love you, and I really want you to call me back. Да, Маша, не двигайся. Некрасиво ж будет. Есть. А, точно, ты же не блёстки, я забыл, прости. Ну вот, спасибо, что смотрели нас. Ставьте большой палец кверху. Кверху. Подписывайтесь. Сделайте ниже, пожалуйста, хоть чтобы тебя люди видели. Подписывайтесь, Маш, куда-нибудь.
Я, кстати, открываю скоро свою макияжную школу. Ребята, если вы захотите научиться классно красить своих девушек, то... Ты думаешь, это красиво? Это некрасиво. Зачем крысам лысый хвост? Крыса волосатая, а хвост лысый. Они думают, это красиво? Это некрасиво. Это крыса-то. Это Красота. Крыса-то. Паша, ты превзошел все мои ожидания. Спасибо. Не комплимент. I'm in love with the cocoa nut.